Осторожно, двери закрываются. Остановка улица Серова. Следующая остановка.
Краснодарский государственный институт культуры. Остановка Краснодарский государственный институт культуры. Следующая остановка Никольская улица. Спасибо.
Остановка Зиповская улица. Следующая остановка почта. Пошла Наталья, короче, на кухню и проходит мимо ее кабинета. Она ей говорит: Наталья, зайдите. Наталья, вы знаете, вакансию мы можем предложить вам только бухгалтера-материалиста, хотя она уже как бы устроилась на эту вакансию. И перспективы для вас тут больше не заходят, потому что ведущий бухгалтер, зам бухгалтера, вакансия занята. Вот. Это приходит Наташа и говорит: а кем эти вакансии заняты? Я говорю: ну, как? Она говорила: как? И получается, я не Я говорю, а как по-вашему?
готовлю еду. Пошли, давай.